Незвычайный проект стартовал у Барановичах. У центральной городской библиотеки появилась детская пляцовка. Инициатива ее створения належит одной из жихарок города. Подробнее об этом у наступном материале. Евгения Крымская уже имеет опыт организации разных мероприятий, у тем леку и детячих. Она и решила створить проект, дякуючи якому женщины, которые находятся у декретном отпочинку, могли бы на некий час забыться про хатние клопоты, приемно провести вольный час и при этом были бы спокойные за своих детей. Центральная городская библиотека подтримала идею Евгении и дала возможность у одним из залов створить детячую пляцовку. Наш девиз – досуг детей, релакс родителей. Мы предлагаем для деток от 0 до 7 лет узнать, какой большой мир вокруг нас, а маме отдохнуть в компании единомышленников, а заодно узнать информацию о том, какое хобби ее интересует, получить какой-то навык в ремесленничестве, либо раскрыть себе какой-то новый талант. Мамы могут заняться рукоделием, послушать музыку, убачить театральные постановки, поудельничать у кулинарных гульнях. На гэты раз малышам пропоновали поглядеть спектакль, а мам запросили на майстер-класс по вырабе мыла. Гэты займальный заняток дозволяет створить уластный шедевр и, головное, отрымать асалоду от творчего процесса. Юлия Хомчик пришла сюда со своими двумя детьми – годовалым Ромой и семигодовой Машей. Мы на этом проекте вот второй раз. Первый раз мы были... Был концерт скрипки и контрабас. Очень понравилось. И дети слушали, и маме тоже очень понравилось. Расслабляешься. Дети играют, а ты расслабляешься. Хоть какая-то минутка для себя. Не дивно, что проект набывает популярность. Обовязки по хате, догляд за детьми потребуют постоянного эмоционального напружения. А детячая пляцовка дает выдатную махчимость женщинам отпочить от своих штодённых клопотов и научиться чему-то новому. Да и дети включаются в творчий процесс, что сприяет их эмоциональному развитию и набытию корыстных навыков.